Всем привет, друзья мои, вы на канале ФБ Супер. Как всегда, с вами его ведущий Макс. У нас, ё-моё, вот это авария. Телефон упал у меня. Сейчас, секундочку, банда, поправим все и поедем дальше. Штатив свалился, короче, плохо прикрепился. Еще раз, дубль 2. Всем привет, вы на канале ФБ Супер. Какой ФБ Супер? ФБ Супер у нас по ссылочке в описании под этим видео. А вы в данный момент на канале From Bet с Максом, который знает, на что ставить. 4 августа, друзья мои, Фенербахче встречается с такой командой, как Словацко. Какую БК выбрать на сегодняшний день? На рынке очень много разных контор, которые предлагают сумасшедшие фрибеты, которые заманивают своих клиентов, дабы только они играли с ними. У меня опыт в ставках, друзья мои, больше 10 лет. Я перепробовал их всех. Я остановился на MelBet, друзья мои. Сейчас российский официальный легальный БК MelBet самый надежный на сегодняшний день, поверьте моему опыту. Плюс приятный бонус, друзья мои, при регистрации вы, если вводите промокод бонус твой, вы получаете на свой первый бонусный депозит до 19 500 рублей. Всем советую, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Также посмотрите промокоды для того, чтобы еще забрать дополнительные бонусы в БК 1win и в БК MelBet для стран СНГ в закрепленном комментарии. Ребята, по поводу телеграм-канала, что еще никто не подписался, вернее, не никто, а мало, что-то не каждый подписывается. С утра до вечера у нас там идет серия побед, обалденная. На данный момент 28 побед, всего лишь 2 поражения. Где вы такое найдете, еще, да еще и бесплатно? Телега наша Front Batman, в описании под этим видео ссылочку найдете. Залетайте внизу, нажмете кнопочку подписаться. Нас там уже более 8050 человек. Обязательно переходите, побеждайте, зарабатывайте. Ну и по поводу матчика Фенербахче Словацко. Фаворит, конечно, здесь Фенербахче. Я думаю, что они разнесут этот Словацко. Возможно, Словацко что-то там попытается предпринять. Но не будем загадывать. Но я здесь зайду на двойной исход с переподстраховочкой. 1x и тотал матча меньше 3,5. Не думаю, что здесь будет настолько уж открытая игра. Но 2-0 какой-нибудь, 2-1 я здесь вижу. Может быть, 3-0 в пользу команды Фенербахче. Помните, друзья мои, ставки — это всего лишь игра. Играйте с головой. Оставайтесь с нами.